Внимание! То, что вы увидите в этом видео, заставит вас навсегда отказаться от старых кухонных ножей. Мы больше не позволим неэффективным инструментам тратить ваше драгоценное время на приготовление пищи. Кауфбай с гордостью представляет новинку – премиальный набор ножей Сайко из дамасской стали, созданный по традиционным японским технологиям. Многослойная структура из 67 слоев стали обеспечивает невероятную прочность и устойчивость к износу, что делает эти ножи идеальными для ежедневного использования. Ножи Сайко тщательно сбалансированы и оснащены эргономичными рукоятками, благодаря чему ваша кисть не устает и не затекает даже при длительной работе. Вы можете быть уверены, что нож не соскользнет с продукта и не поранит вам пальцы, обеспечивая безопасность и комфорт в процессе использования. Уникальные узоры на лезвиях, созданные в процессе ковки, делают каждый нож неповторимым и эстетически привлекательным. Шеф-повара знают, качество инструментов напрямую влияет на конечный результат их работы. Именно поэтому в своем арсенале они выбирают ножи из дамасской стали. Чтобы убедиться в эффективности и качестве ножей Сайко, мы обратились к главному шеф-повару ресторана «Шемиш» в Дюссельдорфе Вячеславу Бараеву. А теперь давайте, ребята, поговорим серьезно. Добрый день, дамы и господа. Мы находимся в ресторане «Шемиш» на нашей кухне. Нам не терпится презентировать вам обалденные классные ножи японского качества, одной из самых лучших дамасковых ножей. Это настоящие японские технологии. Своего рода «Феррари» среди кухонных ножей, дамы и господа. Ребята, это классный, обалденный японский нож. Каждое лезвие с самым узнаваемым узором. Острое, как бритва, дамы и господа. В набор входит универсальный нож, шеф-нож, хлебный. В набор входит разделочный нож, овощной ножик. Сегодня мы будем готовить с вами необыкновенное блюдо, дамы и господа. Это кролика. Посмотрите, как это будет наши косточки прорезаться вот этими профессиональными ножами. И режем сначала пополам. И режем. Смотрите, как он режет. Даже без всяких усилий получается. Слушайте, у вас классные ножи, дамы и господа. Это, ребята, не кости. Это просто как по маслу режешь. Посмотрите. Как бы ты ни сделал, а она... мягкая, нож острый, приятно с ним работать, ручка тяжеленькая, хорошенькая. Смотрите, опса. Понеслась. Лучок, порежем лучок совсем профессиональным другим ножом. Не даже не дотрагиваясь, он уже остренький, да? И вы видите, что он творит. Я люблю такими ножами работать, честно говоря. Кто хочет, конечно, получить удовольствие дома, на кухне, от ножей, я думаю, это номер один. Кролика порубили за секундочку, он даже не успел мяу сказать, да? Кролик у нас будет готовиться и с луком, и с овощами, и апельсином. Посмотрите как. Оп, он уже как резается, смотрите. Просто кайф работаешь с такими когда ножами, от апельсина. Презентирую маленький красивый ножик. Как он просто работает, смотрите. Тот вообще кайф, смотрите, раз и надрезал, как по маслу, опа, крупненько, опа, вот так. Сайко. Это вам не халам-балам. Взял, смотри, раз. Не, это не каждый день такими ножами работаешь. Филетируем теперь наши апельсины. Это в любое, в десерт, куда хочешь. Посмотрите, как он берет. Каждый должен иметь такой нож, кто любит хорошо, вкусно готовить. Супер. Режет просто, как по маслу. Раз-раз и на матрас. Все классно. Так. Разделочный, маленький, хорошенький. Просто покажу, как он режет. Сам режет. Просто. Смотрите, раз вот так. Просто. Даже без напряжения какого-то определенного. Вы попали в десятку, кто купит такой подарок. Дамы и господа, этот кролик был приготовлен с ножами Сайко, посмотрите.
Каждый раз, когда вы будете нарезать, шинковать или резать, вы почувствуете, как легко и быстро это происходит, благодаря невероятной остроте и прочности лезвий. Забудьте о затупившихся ножах и неаккуратных срезах. С набором Сайко готовить будет не только легко, но и приятно. Но это еще не все. Мы настолько уверены в качестве ножей Сайко, что решили провести настоящий стресс-тест, чтобы подтвердить их надежность. В этом нам поможет наш эксперт-блогер Юрий Богданов. Я всегда выбираю только качественный инструмент. И сегодня мы проверим, насколько хорошо справляются ножи Сайко в различных условиях. Начнем с проверки заточки на листе бумаги. Результаты впечатляют. Идеальные срезы без единого разрыва. Далее мы испытаем нож на стопке календарей. И снова отличный результат. Для нашего ножа нет ничего невозможного. Стопка режется, как мягкое масло. Пришло время настоящего испытания резки металла. Перед нами стопка жестяных крышек. Наша задача продемонстрировать мощь, точность нашего ножа. И что же мы наблюдаем? Лезвие проникает сквозь каждую крышку, оставаясь абсолютно неповрежденным, а его острота по-прежнему на высоте. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Давайте проверим, как нож справится с жестяной формой, с утолщенным дном. И вот результат. Форма разлетелась на куски. Только посмотрите, даже после всех стресс-тестов нож из набора Сайко остается острым, как бритва. Ножи из дамасской стали не требуют постоянной заточки. Однако для легкой правки и полировки, особенно после наших интенсивных стресс-тестов, я рекомендую использовать специальный мусат с алмазным напылением. Этот инструмент станет надежным союзником в поддержании безупречной остроты режущей кромки ваших ножей. Добавьте мусат в свой заказ. Он поможет вам сохранить ножи в идеальном состоянии. Как вы уже лично убедились, ножи Сайко не боятся никаких трудностей и готовы справиться с самой сложной работой на вашей кухне. Закажите премиальный набор и подарите своим близким возможность готовить с удовольствием и комфортом, как настоящие профессионалы. Этот набор станет не только полезным, но и дорогим подарком, который будет радовать долгие годы.